дорогие родители. Здравствуйте, дорогие родители! Я вам посылаю чистый красноармейский привет и желаю всего хорошего в вашей жизни и работе. Я сижу последний вечер в Ленинграде и пишу письмо. А завтра уезжаю опять на фронт, но я нисколько не думаю о другом, как о вас. Будьте счастливы и снова вернусь. Но пока, до свидания. Привет всем знакомым, лично Клаве, Ольге. Это письмо Канев Анисим Корнилович, уроженец Харуты, пишет в Ленинграде. Он ушел на фронт в 1943 году. Воевал в 286-м стрелковом полку 90-й стрелковой дивизии. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Рядовой Канев погиб 16 января 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции, благодаря которой Ленинград был полностью деблокирован.